Алматы в день столицы встречает гостей из Арыси. На вокзал прибыли 138 детей, которым подарили путевки в летние лагеря Алматинской области. Это первая группа отдыхающих. Остальных встретят чуть позже, говорят представители управления образования. Всего лето здесь проведут 150 ребят. Несмотря на долгую дорогу, они веселые и энергичны. Ведь впереди 30 дней увлекательных каникул. Общий сбор, фото на память и все по автобусам. Из бюджета выделили больше 30 миллионов тенге, чтобы юные арысцы смогли отвлечься и забыть о том, что им пришлось недавно пережить. Очень страшно было, и эти бомбы повсюду летали, и нам было очень страшно. Мы в машине все поместились, там 13-14 людей было, и это было очень страшно. Спасибо Алмате, что они нас позвали сюда, что в такую тяжелый момент нашу Марисеву. И нас позвали сюда, чтобы повеселиться и забыть обо всем этом. Дети будут отдыхать в Вишегазарском районе. У нас есть прекрасное место Таутурген. Там есть у нас Таужанашар лагерь. Там будут дети отдыхать 20 дней. Потом дети будут отдыхать в лагере в городе Капчагая, Куншуах, 10 дней. Но думаем, что дети хорошо отдохнут и найдут себе общих друзей, хороших друзей, и к новому учебному году вернуться с таким хорошим позитивом